Всем привет, Влад, Москва. Потрясающее мероприятие, хорошая атмосфера, хорошие люди, много знаний. Я очень рад, что приехал. Спасибо организаторам Давиду, Павлу и Алексею за мероприятие. Супер все. Всем привет, меня зовут Аркадий Ануфриев, город Москва. Сегодня встречаюсь с коллегами по цеху, товарищи, соратники. Проект «Деньги на банкротстве». Сегодня живое у нас мероприятие, живое участие. Приглашенные лица, интересные спикеры, гуру в теме недвижимости. Вот. Получили очень интересную обратную связь, ответили на все вопросы, четко, понятно. Ну и в целом атмосфера позитивная, все круто, весело. Всем успехов. Всем привет, меня зовут Евгений, мне 24 года. Сегодня участвую на мероприятии «Деньги на банкротстве». Информация очень продуктивная, интересная. Всем советую. Пока. Все здравствуйте, я живу в Санкт-Петербурге. Мне повезло, что я здесь встретила таких замечательных специалистов, ребят, которые занимаются торгами по банкротству. От них энергии просто огромное количество идет. И с ними я понимаю, что у нас получится все, что мы научимся, и очень не терпится начать уже практически участвует в торгах. Всем спасибо. Всем привет. Меня зовут Максим, город Петрозаводск. Приехал на встречу партнеров, получил много полезных знакомств, много позитива. Заряд на будущее. Всем советую. Меня зовут Семенова Светлана. Я из города Калуга. Относительно сегодняшнего мероприятия, что я хочу сказать. Безусловно, много полезной информации. Общение со специалистами, оно того стоило, чтобы попасть на это мероприятие. Ребятам, которые еще сомневаются, быть ли здесь или не быть, и в будущем ездить ли на такие обучающие мероприятия, однозначно хочу сказать, да, ездить на них нужно. И не будете принимать решения, оно того стоит. Спасибо ребятам. Ребята, всем привет, меня зовут Алексей Владимир, я из Нижнекамского района Республики Татарстан. Вот приехал на собрание участников с партнерами, город Санкт-Петербург. Все нравится, все классно, уже участвовал в торгах, выигрывал торги. Все здорово. Паша, Давид, хорошие ребята. Всем привет, меня зовут Екатерина, я из города Ковров. Я обучалась на курсах торги по банкротству у Паши и Давида. Мне все очень понравилось, я только на этой неделе закончила курс. Я уже вижу свои перспективы в этом направлении. Я уверена в том, что у меня все получится, потому что поддержка очень отличная и мощная. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Евгений, я из Новосибирска. Сегодня приехал на встречу «Деньги на банкротстве». Скажу вам пару слов о этой ситуации. Это вообще здорово, супер. Ребята молодцы. На самом деле столько конструктивной информации. Не надо ничего думать, нужно просто применять. Чего и вам желаю. Спасибо. Всем привет. Ну, я не буду распространяться про достоинства этого курса. Они очевидны. Я скажу одно. Мне 40 лет. Я уже мало во что верю. Но я хочу работать с этими людьми до такой степени, что собираюсь бросить свою поганую работу, хотя она какую-никакую стабильность дает, и заниматься этим платную. Так что у меня все. Меня зовут Алексей, я из Тюмени. Скажу кратко по основным позициям. Участвовать, не участвовать в данном проекте, он для меня был очевиден, ожидаем, еще 5 лет назад, но к этому не было обстоятельств. Но когда услышал, случайным, естественным образом, да, случайным, с ребятами очень, конечно, понравилось. Все пощупал, сейчас приехал. Эта встреча была очень необходима. Хотя тоже был на пороге ехать, не ехать, но второй модуль дал результаты. Павел очень хорошо промотивировал. Находясь здесь, потрогал ушами, мозгами. Интенсив очень хороший. Будем двигаться дальше совместно, командно. Люблю, целую. Успешный.